Привет, мои хорошие! Как у вас дела? Меня зовут Кристина, и я уверена, что у каждого из нас бывают дни, когда мы выглядим, мягко говоря, не очень. Совсем недавно у меня была одна очень важная съемка, и за 24 часа мне нужно было привести себя в порядок. Кстати, если ты хочешь продолжение серии таких видео, то обязательно ставь пальчик вверх. И когда мы соберем 20 тысяч лайков, я буду знать, что вам это интересно. А в своем инстаграме я стараюсь вас вдохновлять, подбадривать, делиться разными полезными советами, показывать свое питание, а также книги, которые я читаю, поэтому если ты еще не в нашей инстасемье, то обязательно присоединяйся. Мы ждем тебя. Ну а мы начинаем! Что ж, первый мой секрет – это глубокое очищение кожи. Для этого я промакиваю полотенце теплой водой и прикладываю на лицо на пару минут. Таким образом, мы создаем легкую паровую баню, что вследствие поможет нам очистить поры от различных бактерий, черных точек и тому подобное. At first I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of assuming the worst, girl, I'm just... Шаг номер два. Убираем последствия усталости, недосыпа и отеков. Холодная маска нам в помощь. Кстати, напишите в комментариях, если хотите, чтобы я разыграла парочку таких среди вас. I'm tired of going back and forth when we pissed off. Most of my friends done went through it and they stood tall. See, they gon' try and tell you what they think is good for you. Но справиться с отечностью мне помогает роллер. Не знаю, как это работает, но эта штука делает красивые очертания лица вне зависимости от вашей генетики. Кстати, заменить его можно обычным массажем с помощью рук. Но пока мое лицо приобретает человеческое очертание, я использую сочетание своей любимой щетки для тела и кокосового крема. Делаем массаж и приводим свое тело в порядок. Высыпание. В экстренных случаях меня спасает салициловая кислота. Мне кажется, это самый быстрый и эффективный способ избавиться от нежелательных гостей на вашем лице. Но использовать ее можно только точечно, иначе есть риск просто обжечь кожу. Ну а вот вам лайфхак для всех обладателей светлых бровей. С помощью краски я создаю эффект дополнительных волосков и закрашиваю пробелы. Если же вы сомневаетесь в своих художественных навыках, карандашом можно заранее прорисовать желаемую форму брови. Оставляю краску на 10 минут и перехожу к губам. Несмотря на то, что мой любимый скраб состоит всего лишь из сахара и оливкового масла, аналогов лучше я пока что не находила. Волосы. Моя любимая часть и всего лишь один секрет. Бальзам для волос и несколько часов времени перед мытьем. Я вам обещаю, вы не узнаете свои волосы после мытья. И чтобы окончательно придать концам мягкости, я наношу буквально пару капель оливкового масла. Легкий бальзам для губ, и вы готовы?
ж, на сегодня у меня все. Надеюсь, что тебе понравилось это видео. И если ты хочешь продолжения, то ты знаешь, что делать. А я все еще жду тебя в нашей инстасемье. Ну а здесь мы увидимся совсем-совсем скоро. Безумно люблю вас и